Привет! Начинаем нашу тренировку! Повторяем за Миланой. Отдыхаем. Активно поднимайте и опускайте ноги. Касайтесь рукой ступни, потом колена. Делайте в такт музыке. Отдыхаем. Поставьте широко ноги. Делайте присед. Делайте круговые движения руками по очереди. Отдыхаем. Широко расставьте ноги. Активно двигайте тазом в стороны. Поднимайте и опускайте руки в такт музыке.
отдыхаем. Руки в стороны. Прыгаем на месте. Отдыхаем. Повторяйте за Миланой. Разведите руки в стороны, поднимайте по очереди ноги и касайтесь ступней. Отдыхаем. Отдыхаем. Дышите ровно. Поднимаем ногу максимально высоко.
отдыхаем. Поднимите руки вверх. Скручивайте мышцы пресса, возвращая таз в исходное положение. Не выгибаем его назад. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поднимите руки вверх. Скручивайте мышцы пресса, возвращая таз в исходное положение, не выгибая его назад. Сохраняйте ровное дыхание. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Повторяйте за Миланой. Скручивайте мышцы пресса, возвращая таз в исходное положение, не выгибая его назад. Сохраняйте ровное дыхание. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Повторяйте за Миланой.
Скручивайте мышцы пресса, возвращая таз в исходное положение, не выгибая его назад. Сохраняйте ровное дыхание. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поднимите руки вверх. Скручивайте мышцы пресса, возвращая таз в исходное положение. Не выгибаем его назад. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поднимите руки вверх. Скручивайте мышцы пресса, возвращая таз в исходное положение, не выгибая его назад. Сохраняйте ровное дыхание. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы.
Повторяйте за Миланой. Скручивайте мышцы пресса, возвращая таз в исходное положение, не выгибая его назад. Сохраняйте ровное дыхание. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Повторяйте за Миланой. Скручивайте мышцы пресса, возвращая таз в исходное положение, не выгибая его назад. Сохраняйте ровное дыхание. Ура! Тренировка закончена! Я вас поздравляю! Вы супер и можете гордиться собой! Нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующей тренировке. Это поможет вам реже пропускать и чаще тренироваться. До следующей тренировки! Пока!